я сейчас еду в торговый центр забирать свою посылочку с Красотки Про. Так, тихонечко. Ай, полицейский. Вот, это в торговом центре Постамат Пикпоинт. Так, сегодня у меня камера куда-то улетает. Я всегда заказываю у них. Мне удобно не доставка на дом, потому что я за городом живу. А у них Постамат в торговом центре здесь у меня недалеко. За 3 дня дошла посылочка. Там у меня лаки, гель-лаки. Латкоди, мои любимые. Ну, как любимые, я их только, в принципе, недавно попробовала. Я очень довольна топовым покрытием. Он очень классно держит лаки. Вот у меня сейчас китайский лак, посмотрите. 2 недели, жалко смывать. Вот сейчас получу посылочку, завтра сделаю маникюр. Потому что у меня был только один лак от Коди. Вот. И так как я очень довольна топом, я решила еще взять лаки, потому что просто в восторге, честно говоря, от Коди. И девушка моя подписчица очень просила меня протестировать один гель-лак. Я совершенно не помню, как он называется. Сейчас вот получу, я вам покажу его название. Тоже он такой же ценовой категории, как и Коди. Вот. Вообще в этой Красотке, я даже не знала, что он там будет, а он там оказался. Там вообще у них все есть. Все гель-лаки от экономных, средних и дорогих. Там C&D и так далее за 1000 рублей. И он там тоже оказался. Думаю, ну раз меня подписчица просила, я вообще за эксперименты, я люблю пробовать все новое. Также мне тогда девочки советовали попробовать Коди. Я очень довольна, поэтому хочу попробовать, что девушка мне сказала, протестировать лак. Вот, так что сейчас вот заберу посылочку и будем... Вам все покажу, какие цвета там выбрала. И вот на днях буду делать маникюр. Вот для протестирую сначала новый лак, а потом буду на Коди делать. Потому что он, конечно, держится шикарно. Все, поехала за посылкой. Вот Пикпоинт. Еще раз здравствуйте, я уже дома. Все, сейчас будем открывать. Вот так хорошо упаковали. На самом деле там не такой, скажем так, большой заказ, просто они всегда перестраховываются и очень хорошо упаковывают, чтобы лаки не разбились. Очень всегда хорошо они упаковывают. На самом деле там не так много товаров, как выглядит эта коробочка. Вот так, видите, сколько всего напихали туда. Сейчас я аккуратненько все выну. Вот это от Коди. Лаки. И потом вам поближе все сниму. Так. Пока идет Коди. Вот этот лак, что я вам рассказывала, меня девушка просила протестировать. PNB. Такой красивый цвет. Обязательно его попробую сделать. Так. Вот еще. Он же. Коди. А смотрите, немножко другой дизайн. Здесь 8 миллилитров, а здесь 12. Два разных объема. Так. Еще Коди. Так, надо все проверить. Питанцы сейчас достанем. Все. Тут столько всего насыпано, что... Так, вот 2 диска я еще заказывала малюсеньких. Вот. Эль Курасон. Сейчас вам покажу.
Сейчас я все проверю, даже когда я заказываю, я потом уже не помню, что я заказала. Вот, у меня, помню, что три лака были, вот. PNB. Вот они, такие красивые. Сейчас я вам все цвета покажу. Я на всякий случай все проверю еще. Вот так, по квитанции, чтобы точно все было на месте. Так. Так. Раз, два, три. Да, все правильно. И две плиточки. Все. Сейчас я поближе вам покажу цвета. Ну вот, пожалуйста, смотрите, что я заказала. Сейчас я вам расскажу. Разделила их на три подгруппки. Почему? Значит, смотрите, сначала я вам покажу новые три гель-лака я взяла. PNB на пробу по просьбе своей подписчицы. Они примерно так же стоят, как и Коди. Даже дизайн, мне кажется, чуть похож. А сделаны они в Америке. Made in USA. Ну, наверное, не будет видно. Но попытаюсь вам показать. Вот так выглядит этот дизайн этого лака. Значит, написано, что сделаны они в Америке. Так, страна происхождения. США. Ну, не знаю. Может быть. Сейчас будем пробовать. Значит, тут написано, что в LED лампе 60 секунд сушить, а в UV лампе 2 минуты. Это хорошо. Значит, буду иметь в виду, потому что я в LED лампе их сушу 30 секунд. Может быть, вот эти нужно 60. Сейчас вам покажу, какого они. Какой расцветочки. Так, этот номер 115. А на ногтях я вам покажу, когда буду делать с ними маникюрчик. О, какой красивый. Практически. Как мой коврик любимый. Очень хорошо лег. Смотрите, какой он уже плотненький. Один слой и уже такой плотненький. Красивый, насыщенный цвет. Так, мне это уже нравится. Мне нравится уже, что один слой такой красивый. Прям не терпится уже попробовать. Чудесный цвет. Барби Поп 044. Обычно Барби, когда пишет розовый, мой любимый цвет Барби. Я люблю. А этот Флэш Пинк, свежий розовый. Ой, какой он нежный-нежный. Ой, как он. Знаете, мне уже нравится консистенция лака. То, что они такие пигментированные, плотненькие. Мне кажется, хорошо на ногтях будут лежать. Уже один слой, и так классно смотрится. Я это дело люблю. Спасибо. Спасибо за рекомендацию. Буду делать маникюр с ними. Посмотрим. Обязательно. А значит, смотрите насчет Коди. А вот сейчас у меня маникюр уже 2 недели держится с топом Коди. Делала я китайский вот этот лак, сапфир дешевый. И использовала топовое покрытие от Коди. Вот мои, которые я уже давно покупала по рекомендации подписчиц своих. И вот видите, 2 недели держится. Вот буду смывать завтра. Или сегодня вечером смою. Завтра маникюр сделаю. Видите, уже как отросли, уже неприлично. Лаку ничего. 2 недели хожу. Видите? Просто отросли уже сильно, уже ну прям очень отросли. Вот видите как. Очень-очень хорошо, девочки, имейте в виду, Коди держит даже китайские лаки. Значит, смотрите, что я хотела вам сказать. Если у вас, допустим, бывает гель-лак хорошо держится, у некоторых сам стемпинг начинает отколупливаться. Просто сделайте 2 слоя топа. Может такое быть, в зависимости от топового покрытия. Но сделайте 2 слоя, так вы защитите стемпинг. Сейчас я вам покажу вот эти 3 лака, что я выбрала Коди. Взяла темный, потому что я люблю осенью и зимой больше темные лаки.
почему-то вот, знаете, он такой вишневый, очень красивый, баклажанного какой-то, он очень красивый цвет, 224, просто вот, я не знаю, на камеру передастся или нет, он, знаете, с такими микро-микро блестками, очень красивый цвет, очень, он даже, не знаю, какой-то, наверное, все-таки не баклажан, это какой-то, я даже не знаю, бордовый. Ну, очень красивый. Очень красивый. Мне прям вот уже хочется быстрее все сделать. Это номер 81. Он, знаете, такой алый. Алый. У меня просто будет красное платье. Я хочу сделать такой вот красный маникюр. А цвет спелая малина. Вот этот цвет спелая малина. Очень красивый, матовый. Алый такой цвет. Этот цвет у нас светло-розовый, перламутровый. 29. Значит, тут на эти цвета на сайте была скидка. Здесь есть перламутр. Есть перламутр, присутствует. А, была скидка на них, акция. Я их взяла по акции. А вот, теперь я вам покажу вторую группу, расскажу, почему я их разделила. Значит, смотрите. Вот эти два лака, они, видите, более маленький у них флакончик, здесь 8 мл. Эта коллекция называется Space Light. Space – это космос, они космическим эффектом. Значит, с такими, как мерцанием звезд и так далее. Значит, а их делают обязательно на черную подложку, только так они будут читаться. Для этого я заказала черный Коди. Сейчас вы не поймете, потому что нужно делать маникюр. То здесь просто я взяла черный Коди. Буду делать сначала его, такой насыщенный. Сделаю подложечку. Ну, кстати, он мне пригодится для других маникюров. Я люблю черно-белый маникюр, потому что на черных ногтях очень красиво смотрится белый стемпинг. И наоборот, на белом лаке почти все цветные стемпинги очень выгодно смотрятся. Вы сейчас не поймете, какой это цвет, потому что ну, он смотрится, играет только на черной подложке, всеми цветами радуги, звездным переливом и так далее. Space, космос. Там чуть-чуть просто золотинки, вот эти вот, вот этот более золотистый, вот этот я взяла, тот более... Они чуть-чуть отличаются. Здесь больше сиреневых, здесь более зеленцой. Он играет только на черном лаке, поэтому ждите видео, вы сейчас не поймете немножко, что, как он должен выглядеть изначально, этот маникюр. Он, конечно... потрясающе красивый голографический эффект имеет, но его нужно на темный черный лак делать. Так что ждите видео, у меня прям очень хочется попробовать, какой у него эффект. Вот. И я взяла, сейчас я вот сюда поставлю дальше, две пластиночки. Они дешевые. Это Эль Карасон калейдоскоп. Если хотите, могу вам сейчас одну попробовать показать. Они недорогие. Я люблю вот с такими орнаментами. Мне очень нравится. Сейчас я ее попробую открыть. Так. Чудесный цветок. Сейчас я попробую вам показать, как он будет на листочке, раз уж мы его открыли, раз уж у нас небольшой такой обзорчик. Очень много мне сразу начинают писать, ну, зачем вам столько лаков? Или писал несколько девушек тоже. Не, ну все прекрасно, все красиво, но зачем вам столько пластинок? Типа, ну хватит и двух штучек. Я их коллекционирую, поэтому, пожалуйста, не пишите мне такое. Зачем?
Я коллекционирую. Вы же не пишете коллекционеру марок, зачем он покупает очередные марки. Вот. Я не могу стоять перед новыми пластиночками, которых у меня нет в коллекции. Они меня вдохновляют. Посмотрите, как ну, просто чудесно. Сейчас мы попробуем с каждой пластиночки сделать рисуночек. Заодно посмотрим, какой штампик ляжет лучше всего. Так, попробую вот этот вот. Если что, или вот этот второй возьмем. Так, ну любой. Сейчас возьмем лак. Давайте голубенький. Вот сейчас быстренько с вами все сделаем. Все ли у меня тут под рукой? Сейчас попробуем. Так. Пробуем голубой. Просто я в любое место сейчас, как говорится, где перенесется, там и перенесется. Так, плохо. Этот штамп не подошел. Сейчас возьмем мягенький. Вот мне как раз только вчера девушка писала про штампики. Спрашивала. Я ей говорила, что у меня много штампиков. Я всегда, ну, когда новая плиточка, еще что-то проверяю. Какой штампик с ней лучше работает. Вот сейчас возьмем вот этот помягче. Это у меня от Мою Лондон. Еще бывает лак, допустим, слишком сухой, подсох, например, его надо немножко разбавить. Я обычно в горячей водичке подержу. Вот такой голубой, конечно, не очень видно вам здесь на белый. Вот такой рисуночек. Сейчас попробуем другую пластиночку. Голубой слишком светлый для демонстрации. Сейчас я потемнее возьму. Не очень видно рисуночек. Сейчас вот этот попробуем. Сейчас возьму потемнее. Ну, черный, к примеру. Вот эта чудесная пластинка. Посмотрите, какие красивые здесь. Просто очень красивые. Просто мега красивые. Мне сразу хочется все сделать. Ой, посмотрите, это же мега-супер шедевриально. Видите, как лучше на черном видно рисунок? Просто божественно. Очень красиво. Давайте еще вот. У меня вот такого вообще никогда не было. Я хочу посмотреть, перенесется ли рисунок. Вы знаете, бывает на одной пластине может быть несколько рисунок, и один может ну никак не переноситься. Вот ну не переносится и все. Очень бывает красивый, но не переносится. Вот мне очень хочется вот этот попробовать. Прям мне очень хочется. Такая голографичность. Я вот пачкаю коврик, но это ничего страшного, он специальный. Его можно потом обработать. И он будет чистенький. Все хорошо. Вам видно, да? Очень здесь хорошо. Я тут сама виновата, немножко кляксу поставила. Вот видите, здесь, когда не до конца убрала. Но мне главное было понять, перенесутся ли вот эти вот кружки. Они прекрасно перенеслись. Вам видно? Надеюсь, что вам видно. Вот этот орнамент, мелкий рисунок, вот круги вот эти. Мне было интересно, перенесется ли. Все перенеслось. Чудесно вообще. Я довольна. Будем делать.
Все отлично переносится. Я тут просто сама виновата, напачкала. Все, что только могла, напачкала. Очень мне все нравится. Давайте я черным вот этот рисуночек покажу, а то он как-то это синим, голубеньким некрасиво. Сейчас я вам, чтобы вы видели, насколько здесь красивый рисуночек вообще. Прям мега красивый. Такой цветочный прям. Посмотрите, какой он. Просто под этот штампик больше подходит, ой, извиняюсь, под этот пластиночку, диск, больше подходит мягкий штампик. Сейчас вот я поэкспериментировала, я уже знаю, что лучше делать с этим штампом мою Лондон. Он мягенький. А есть наоборот, знаете, ну не переносится мягким, нужно обязательно только жесткий. Например, как вот такой вот от Конат. Он очень жесткий. И вот, кстати, некоторые китайские пластины я могу только с ним перенести. Вот, ну, не переносится рисунок, все. Беру Конат, все переносит. Так что, девчонки, не волнуйтесь, если у вас не получается, просто надо подобрать штампик, конечно. И все будет хорошо. Поэтому лучше имейте три. Один жесткий, один мягкий. И один средний, силиконовый. Он вот почти все китайские пластины я переношу с ним. Вот не знаю, чем это связано, с резьбой ли это связано или еще что-то. Вот тоже шикарный он, конечно. Он очень хороший, но вот не для этой пластины. Не очень хорошо эту пластину перенес. Так что так, все вам показала. Ждите видео с маникюрами. Теперь у меня вообще столько лаков классных. Даже интересно будет попробовать новый вот этот вот. Обязательно посмотрим. Мне почему-то кажется, что он неплохой. Вот я прям предчувствую это. И, конечно, руки чешутся Коди. Побыстрее сделать. Вот сейчас смою лак. И буду завтра делать новый маникюрчик. Надеюсь, я была вам полезна. До новых встреч!